Дети из Бендерской школы номер 16 побывали в конном клубе «Аллюр». Каждый год в дни каникул клуб устраивает экскурсии и катает ребятишек верхом. Многие эти школьники впервые в конном клубе. Некоторые побаиваются лошадей. Но эта экскурсия как раз должна помочь детям побороть свои страхи. Тем более, что катать ребят будет самый ласковый уэльский пони – Кексик. Это Кекс. Вот, его многие знают, да, он знакомится со всеми. Любимец маленьких деток, ему 8 лет, это достаточно молодой конь. Вот. Ну, его историю многие знают, как мы его под Новый год, ему Рождество устроили такое, спасли его. Характер у него хороший, действительно. За счет того, что он уже, скажем так, испытал достаточно много в своей жизни, вот, очень внимательный. Конный клуб «Аллюр» каждое лето приглашает школы и детсады. Мы попали как раз на экскурсию, где детям рассказывали, что в конном клубе «Аллюр» сразу несколько новых лошадок. Один из них – любопытный и ласковый новичок – Гарри Поттер с молнией на спине. Они красивые, они, ну, на них можно кататься, это интересно. Мне очень понравился Гарри Поттер, потому что мне понравилось, что у него дедушка чемпион. Рядом с Гарри стоит высокая белоснежная дилемма. Когда она родилась, мы думали, что родится мальчик. А когда она появилась на свет, и мы увидели, что это девочка, мы с сестрой такие, вот это дилемма. Дилемма – это значит два решения. Детям предложили покататься верхом на большой дилемме и на малыше Кексике. Кого ты выбрала? Коричневого. Кексак? Ну, Кекс. Почему? Ну, потому что он мне показался из одного мультика персонажем одним. А из какого мультика? My Little Pony. На какой лошадке покатаешься? Тоже белый. Почему большую выбрала? Не боишься? Нет, потому что я буду сидеть так высоко. И на всех смотреть как королевна. Да. Почувствовать себя как минимум принцессой можно в карете. Катать на ней сегодня не будут, но ожидать свою лошадь в ней можно. Очень милые, и у меня прям восхищение, когда я вижу их. Многие знают, что верховая езда – это настоящая терапия для души. На детях этот прием работает очень сильно. Вот какие впечатления остаются после покатушек. Мне очень понравилось. Если я почувствую, что это моя лошадь, я как будто катаюсь на ней по всему городу. Почему все любят лошадей? Ну, потому что видно, что они милые. Эти благотворительные экскурсии конный клуб проводит каждое лето. Можно проехаться верхом кружочек вдоль Левады и исполнить свою мечту. Почувствовать себя героем мультика или сказки. Катерина Воронченко и Дмитрий Хаджиоглы, ТСВ.